Пацаны, всем привет. Короче, я съездил на новую почту, забрал посылочку. Вот такое у меня посылочка сегодня пришла. Ну, то на новой почте открывал, смотрел там, что оно там хоть внутри есть. Сейчас посмотрим, как она работает. Мини-мойка. Это 08, короче, 1508, которую хотел 07, 07 не было. Их уже сняли с производства, мне сказали, короче, 08. Ну, шампунь это я уже купил. Такая фигня. Что тут идет? Короче, сам пистолет. Вот такой. Еще, честно говоря, сам не знаю, как тут что с ним делать. Пистоль. Вот такой. Пистоль тоже, походу, что сапу регулировать эту. Где резкость вечно девается? Вот. Вот такой, короче, пистолет. На пистолет насадка веерная. Это отдельно уже заказывал, типа пенный генератор, чтобы пену давало, тоже там 100 гривен стоит, херню денег. Так, тут ни хера нету, просто картонка, тут тоже ничего нету. Сама мойка, ох, сука, тяжеловатая такая. Сама мойка, что там у нас еще? А он еще ништяки всякие. А что это они? А, два переходника. Переходник был в комплекте, они мне еще один, короче, прислали. Ну, нормально. Красавчики. Молодцы. Какие-то саморезы там. Наверное, эти крепления крепить сейчас будем. Короче, ничего, пустая коробка. Так, пацаны, ну я думаю, мойка, таких обзоров куча на такие мойки. Сейчас я, короче, открою, подсоединю, потом посмотрим, как она работает, покажу вам. Пацаны, написано DT1508 мойка. Но она чуть-чуть, видать, может, новая модернизация, не знаю, короче. Потому что у 08 забор воды высокого давления, шланг подключался вот сюда на быстросъеме. Вот. Ну, я смотрел просто видеообзоры, тоже пацаны снимали. А у меня получается как в 07 сделано. Через барабан. То есть вот сюда подключение, шланг выходит с мойки. И потом на барабан. То есть можно даже всю шлангу не разматывать, получается. Ну, там какой уголок стоит там. Как-то, ну, интересно, конечно, сделано. Через переходник какой-то. И можно всю шлангу не разматывать и, короче, пользоваться. Ну, так прикольно, конечно. Сейчас попробую, собрал. Собрал, сейчас попробуем, как тут пистолет должен вставляться. Как-то так, наверное. Ну да, в принципе, вот так должен вставляться пистолет. Что, сейчас шланг кинул, шланг валяется. Подсоединим, попробуем, как оно шо. Короче, пацаны, попробовал, не понравилось. Она получается в шланге, давления, наверное, не хватает. Она в шланге воздух где-то сосет. Может, плохо прикрутил, короче. А ну, сейчас попробую. Короче, пацаны, я живу в частном доме. У меня стоит насосная станция. И насосная станция не успевает накачать сюда воду. Она высасывает с шланга. И с дома давление очень быстро высасывает, в себя втягивает. С такой скоростью, что, блядь, эта станция не успевает включаться. И происходит перепад такой. Там насос не включился, а тут уже всю воду высосало, на воздух хватает, короче. И насос начинает по-другому работать, короче, на сухую получается. Что сейчас делаем? Сейчас набираем вот эту бочку воды. Написано, что она самовсасыванием. Пробуем с бочки, как будет тянуть. Других вариантов нет. Пойду шлангу найду пока. Да, пацаны, еще, короче, я же так и не рассказал причину. В шланг, который выходит поливочный, где-то не герметичный и подсасывает воздух. Из-за этого мойка и вот так вот то работает, то не работает, потому что хватает воздух из шланга где-то там бока. Что я сделал? Когда-то корешок Андрей Викторович подогнал мне две таких бочки. Одну я отдал по ходу, одну себе оставил. Вот я поехал, короче, вчера купил кран вот такой. Покажу так вот.
Замутил сюда переходник вот такой на быстросъеме 2 метра шланга. И все, из бочки она прекрасно моет. Я не знаю, сколько тут литров. Но машину помыть хватает. Вот этой бочки хватает помыть машину. То есть даже можно и зимой будет горячей воды сюда набрать. И в принципе мыть тачку. Все, она сосет, короче, с этого. С бочки втягивает отлично вообще. Оттуда тоже, может быть, будет втягивать, если на той шланге поменять вот эти. Скорее всего, что вот эти соединения фитинги тут не герметичны. И тут уже раздолбанные. Поэтому она хватает там где-то воздух. Но я там менять не буду, не хочу. Мне вот так удобно в гараже. Чик, набрал, все, помыл, что надо. Двигло, кстати, тоже. Тот, который головка, там у меня блок валяется. Надо будет проэкспериментировать, как оно вот эту грязь подбивает. Там будет время, займемся этим вопросом. Так что вот так вот. Короче, посломойка нормально моет. Кора отлетает. Побелка вот отлетает, отстает. Прикол в чем? Поднял, короче, вчера, тоже второй день, короче, вчера у меня был кипиш, и я поднял продавцов всех на уши, интертуловских этих, сервисный центр их не тоже. Прикол в чем, короче, мойка работает, но давление не дает. Нема такого, как струя, прямо это. Я звоню продавцу, говорю, продавец так и так, говорю, не работает. Ну, она, говорю, гудит, но не работает. Короче, он мне сказал, звони в сервисный центр. Я позвонил в сервисный центр. Мне сказали везти ее, короче, на этот. В ремонт отдавать. Позвонил в киевский, сказали, да, надо, короче, ее транспортировать в ремонт. Все бесплатно, типа, за счет фирмы, вся херня. Я расстроился, думаю, новая мойка не работает. Опять эти качели на почту отправь. Звоню в другой сервисный центр, в Харьков. Пацану объяснил ситуацию, говорю, что она поливает, как поливочный пистолет. Говорю, что это за мойка, говорю, она реально гудит, всего толку с нее нету. А он мне человеческим голосом и говорит, а у тебя на пистолете наконечник вот этот. Говорит, вот так его сделай и скажи мне, что произойдет, а я на телефоне повесю. Я вот так делаю, и все, и мойка шмалит. А это получается пенный режим. Так что, пацаны, будьте внимательны. Вот тут ходит вот так штука. То, что сопло само регулируется. А вот это еще, короче, когда пенишь, вот так вот отсовываешь его, и все, типа, оно пену с бачка сосет оттуда по трубке. А потом тебе надо сбивать уже, когда струю вот так класснул ее назад, и все. А я не знал, короче, что оно не работает. Думаю, что за фигня, поднял, там кипиш уже. Ну, слава богу, разобрались, а все, мойкой доволен, базару нет. По конструктиву, конечно, единственное, что когда берешь пистолет, бывает постоянно вот эта штука, слазит вместе с пистолетом, не знаю, может, я так защелкаю плохо, пару раз, короче, она слазила. И один кронштейн на мотку кабеля, могли бы сделать вот тут и второй, чтобы кабель наматывался на два кронштейна. Ну, вот по такому типу, как у меня на сварочном столе. Вот один, вот второй. Чтоб я наматывал кабеля, так же самое и тут. Можно сделать было второй кронштейн такой самый, в другую сторону развернуть его. Чтоб он вот так стоял. И кабель было удобно наматывать. Ну, как бы тоже так намотанный пойдет. Ну, 5 метров шланги. Шланг, да, конечно, дубовая, пластик какой-то, короче, высокого давления. Потом со временем, конечно, наверное, куплю вот такую шлангу, как вот выходит со своей, с самой мойки. Она есть в продаже. Сейчас я свет включу. Вот она резиновая, короче. Такая прорезиненная, хорошая, качественная шланга. Вот, вот такая. А если вот эту брать, то это вот пластиковая. Напоминает мне на газобаллонном оборудовании. Короче, ЭБО, когда ставил себе, тоже там такая шланга. На газ идет. Но она такая и есть. Высокого давления пластик, короче. Так, что еще по мойке? Ну все, по мойке. Ничего больше так не скажу. Нормальная мойка. Не знаю, сколько она там давления давит.
5 метров шланги, что тут пишут, 2020 ватт. Ну, она мощная, я скажу, хочу сказать, что за свои бабки я за нее дал 3600. Сама мойка 3300 стоит, плюс этот баллон, короче, не баллон, а пистолет 100 гривен. Я уже в обзоре говорил, что он 100 гривен стоит. И насадка, вот эта новая. В комплекте была насадка, они мне еще одну прислали. Но я не знал, что в комплекте есть, я заказывал, говорю, мне тогда переходник, говорю, и под пену пистолет. Переплатил 89 гривен, так бы было дешевле. И новая почта взяла 190 гривен за доставку. И, в принципе, все. Ну и 2% там наложенный платеж 90 гривен, по-моему, за то, что деньги перечислят продавцу этой мойки. Ну а продавец, конечно, красавчик, адекватный. Все сразу отреагировал. Без вопросов, говорит, если что, типа не вопрос, сервисный центр, там все дела. Все, пацаны, такой небольшой обзор. Дальше буду вам показывать, может, как она там будет себя вести, еще что-то, если будет с ней. Пока все работает. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь, жмите колокольчик, жмите палец вверх. Пишите комменты, кстати, пацаны, не стесняйтесь. Я на все комменты отвечу. Все, всем пока.